11 и 12 апреля в Харькове состоится международный турнир по тхэквондо Ukrainian Open Cup 2015. Для участия в турнире уже зарегистрировались спортсмены из 20 стран мира. Помимо взрослых спортсменов, борьбу за медали также поведут и юные поколения – кадеты и юниоры. Традиционно турнир примет один из лучших спорткомплексов Украины – Харьковский дворец спорта «Локомотив», где проводятся самые важные старты украинского тхэквондо.